Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Сэма Уолтона «Как я создал Walmart. 10 основных фактов». Подписка, пожалуйста, незамедлительно. Поехали разбираться. Факт номер один. Воплощение американской мечты. Предпринимательская жилка Сэма проявилась еще в детстве, когда будущий лидер торговой сети доставлял молоко, продавал газеты и подписки на журналы. Полученные деньги молодой человек тратил на одежду и другие полезные покупки. Принцип партнерства. Открытые и щедрые отношения к нанятым сотрудникам помогло превратить обычный магазин в крупнейшую сеть. Уолтон заметил, что достойная оплата труда позволяет увеличить прибыль от продаж. Секрет прост. Довольный сотрудник качественно выполняет свою работу, чем производит положительное впечатление на клиента. Не поддавайтесь соблазну поднять цену. Покупатель всегда ищет выгодное предложение, поэтому с легкостью уйдет конкуренту из-за поднятия цен. Распродажи и скидки, напротив, располагают к покупке. Сэм завоевал привязанность потребителей, устроив распродажу в первый же день открытия магазина. Магическая сила улыбки. Люди ценят искренность. Нет ничего плохого в том, чтобы открыто рассказать о своей жизни, семье, детях, даже будучи владельцем бизнеса. Сэм ввел правило 10 шагов, согласно которому любому покупателю на этой дистанции продавец должен улыбнуться и предложить помощь. Пятый факт. Одалживать деньги не стыдно. Первый магазин Сэма был открыт за счет кредитных средств. Изначально бизнесмен попросил в долг у родственников, затем привлек более серьезных и солидных инвесторов. Главное помнить, что если есть уверенность в успешности дела, одалживать средства на развитие не стыдно. Шестой факт. В постоянном развитии. Отсутствие новых знаний и личностного развития приводит к выгоранию. Уолтон обучался у других бизнесменов, перенимал их идеи и строил партнерские отношения. Неудачные попытки способствовали накоплению опыта. Внедрение инноваций. Идея самообслуживания в магазине принадлежит Сэму Уолтону. До этого в Америке не было тележек и возможностей неограниченных покупок. Гений бизнеса мыслил просто, больше свободы располагает клиента к покупке. Идея оказалась успешной, и его примеру последовали другие. Восьмой факт. Хорошо зарабатывать можно даже на окраине. Уолтон разрушил стереотип, что прибыльный магазин обязательно должен находиться в центре или проходном месте. Люди на окраине нуждаются в товарах не меньше. Наоборот, в его время это была свободная ниша с массой преимуществ, простодушными покупателями, дешевой арендой земли и малой конкуренцией. Семейные отношения в бизнесе не миф, а реальность. Сэму Уолтону удалось построить гигантскую оптово-розничную сеть с дружественными теплыми отношениями между руководством и сотрудником. 5 главных принципов семейной рабочей атмосферы читайте в текстовом обзоре книги по ссылке под этим описанием. Заключительный факт на опережение ожиданий. Поставьте себя на место клиента и подумайте, чего бы вам хотелось еще. Всегда лучше предложить больше, чем от вас ожидают. Маленький комплимент в виде чашки кофе или купона на скидку располагает к повторной покупке. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем книгу Сэма Уолтона «Как я создал Walmart» вместе с «Читай быстро».